честь 80-летия со дня освобождения Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков у Вечного огня в парке «Город детства» состоялся торжественный митинг. Не забывай те грозные года, когда кипела волжская вода. Февраля 1943 года, день, который навсегда вписан в российскую историю славных побед и особая дата в истории города Новошахтинска. Это символ гордости и славы, мужества и отваги, единства и сплоченности народа во имя победы. Вечном и неоплатном долгу перед ветеранами. Они подарили нам мир, а затем восстанавливали город из руин послевоенные годы. Имена героев хранят братские могилы, памятники, обелиски. Но самое главное, они живут в наших сердцах. Наш общий долг – сохранять эту священную память и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и гордости за великую победу над немецко-фашистскими захватчиками, которую одержал наш народ. Славные традиции поколений победителей всегда были в нашем городе предметом истинного уважения и гордости. Так есть и сейчас. Дорогие новошахтинцы, примите самые искренние пожелания здоровья, мирного неба над головой, добра и уверенности в завтрашнем дне. Вечная память и слава защитникам города, подарившим нам счастье жить и трудиться под мирным небом. Сохранение исторической правды о тех страшных событиях в год Великой Отечественной войны и, конечно же, о доблести воинов-освободителей сегодня приобретает особое значение и особый смысл. Победа советского народа в той страшной войне, она навсегда останется высшей ценностью, которая является нравственным ориентиром, вдохновляет и вселяет веру в победу солдатам и офицерам вооруженных сил Российской Федерации, которые сегодня выполняют боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Они защищают ту же правду, они защищают ту же Родину, которую 80 лет назад для нас отстояло поколение победителей. Я хочу от души поздравить всех вас с этим памятным событием и пожелать всем вам мира, добра, здоровья и благополучия. Я особенно хотел бы отметить, что 80 лет – это жизнь двух поколений. Спустя два поколения мы здесь стоим вместе с нашими, с поколением наших детей, помним наших дедов, наших бабушек, которые защищали наш город, которые в тылу своими неимоверными усилиями в разрушенных городах, в разрушенных селах восстанавливали после фашистских захватчиков нашу землю и нашу Родину. Хотелось бы отметить, что, конечно, эта война, она разрушила не только города, она разрушила быт, она разрушила семьи, устои нашего общества. Тем не менее, мы через 80 лет видим, что наша страна воспряла, что подвиг этот был совершен не зря. И то поколение, которое сейчас защищает наши ценности в ходе специальной военной операции, оно тоже это прекрасно понимает. И я хочу поздравить вас с этим большим, с большой датой, с большим праздником. И прежде всего пожелать нам всем добра, новых успехов в труде, в мирном труде. И, конечно, мирного неба. С праздником, друзья! Мы всегда будем помнить тех, кто проявил стойкость и мужество, сделал все, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли. Подвиг советского народа – образец гражданской ответственности.
пример преданности и любви к своей родине. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, которые не только победили в той войне, но и дали возможность двигаться вперед. Хотелось бы пожелать им здоровья, крепкости духа. Спасибо вам за эту победу. Славными наследниками героического поколения победителей являются наши современники. Сражаясь за Донбасс, они сейчас отвоевывают мир и независимость нашей Родины. И ради этого отдают свои жизни. Дорогие новошахтинцы, позвольте пожелать вам здоровья и мирного неба над головой и уверенности в завтрашнем дне. Сегодня немецкие танки с крестами на борту пытаются зайти снова на нашу русскую, российскую землю. Сегодня наши ребята, наши земляки выполняют свой воинский долг там, на Украине, защищая нас и наших детей и внуков. Более 400 человек призваны по мобилизации с нашего военкомата. Больше 60 ушли добровольцами и по контракту. К сожалению, есть боевые потери. Мы никогда не забудем наших земляков-героев и тех поколений старших и сегодняшних. Дай Бог нам всем крепкого здоровья, удачи, благополучия и мирного неба над головой. Низкий поклон победителям. От лица духовенства богоспасаемого града Новошахтинска низко до земли кланяюсь нашим воинам, защитникам, победителям, освободителям, живым и здравствующим. И во всех наших 6 храмах города возносятся молитвы об их здравии и спасении души. Те, кто погиб и ушли в небесную гвардию, в небесное воинство, благожелаем Царства Небесного и вечного покоя. Дай Господь Бог, чтобы не только на уроках мужества и на уроках, а час, есть такой появился час о важном, мы вспоминали о наших славных предках. Дай Бог, чтобы мы своей жизнью всегда сохраняли нашу красивую культуру, веру, язык и традиции наши. 80 лет назад враг был изгнан с Новошахтинской земли. После долгих месяцев оккупации люди вздохнули свободно. Город стал залечивать раны, стали восстанавливаться предприятия, учреждения. В наш город вернулась жизнь. Память о великом подвиге освободителей никогда не меркнет. Задача нынешнего поколения – быть достойными наследниками, беречь мирную жизнь. И сегодня у братской могилы в юбилейную дату мы предоставляем слово учащимся школы номер 1. Великая Отечественная война. Она коснулась каждого жителя нашей страны, нашего города. Позабыв про беды и про трудности, оборвав в тревогах свои сны, уходили мальчики из юности по дорогам пламенным войны. В атаку за шахты, степные луга бросались снова и снова. И с ними везде побеждала врага отвага героев-шахтеров. И он настал. Тот день освобождения. Последний выстрел. Тишина над Новошахтинском повисла. И стала рубежом она меж преисподнею и жизнью. Летела конница. Ура! Неслось победу возвещая. Из каждой хаты, со двора, навстречу жители бежали. С улыбкой просветленной. Все ж дождались мы освобождения. От радости бросала в дрожь, и солнце вновь после затмения вдруг засияло в небесах своим величием священным. Стоит сегодня на часах то солнце счастья, в отдаленье березы выстроились в ряд, в сиянье солнечного света в своем величии стоят, как мира добрая примета. Так уж устроена жизнь на планете, не вечно живем мы на этом свете. Бессмертным лишь только то остается, что память у сердца в людях зовется. Годы уходят, десятилетия, полвека пройдет и даже столетия. Но подвиг их ратний никто не забудет. Светить поколением он факелом будет. Спасибо вам, воины наши родные, геройски погибшие
и живы. За то, что проклятый фашизм разгромили. За то, что все вынесли и победили. За мужество, храбрость, стойкость, отвагу. За верность отчизне и верность присяге. Вечная слава героям, которые выстояли и победили в Великой Отечественной войне во имя будущих поколений. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто погиб в боях за Отечество, кто замучен в неволе, кто пал при освобождении Новошахтинска. Участники митинга возложили цветы к вечному огню.